Зимой 2022 года один из жителей деревни Мамоново решил улучшить свои жилищные условия и провести в свой частный дом блага цивилизации. Только сделать он это предпочел за счет комфорта своих соседей. В прошлом году началась ситуация с того, что ребята захотели провести себе воду и канализацию, значит, перерывали тут весь этот год эту дорогу, перерывали, закапывали, значит, она начала проваливаться, образовались огромные дыры возле люка, образовались огромные ямы, то есть невозможно было ни пройти, ни проехать. У нас застряло две машины, мы вытаскивали эвакуатором машины. Все работы проблемный сосед проводил незаконно, без разрешительной документации. Жители пытались повлиять на виновника беспорядка, но результата не добились. Весной ситуация ухудшилась. Дорога начала проваливаться. Проезжающие машины уходили под землю. Были случаи травм пешеходов. Помимо общего беспорядка, раскопки принесли дискомфорт и урон отдельным участкам. Они своими работали, повредили свою же сливную трубу, которая впоследствии лилась вот эти вот все сливные канализационные воды ко мне в огород. Терпению возмущенных жителей деревни пришел конец. Активисты организовали встречу с представителями окружной администрации, местными жителями и общественниками. Узнав заранее, что вот сегодня будет такая, как бы такое мероприятие, какая-то активность начала наблюдаться, то есть там достаточно активно начали какие-то работы проводить, показывать, что якобы что-то делается в сторону благоустройства, но на самом деле это не так. На место вызвали наряд полиции, работы были приостановлены, а техника арестована. Администрация округа взяла ситуацию на контроль. И теперь правонарушителю предстоит ремонтировать дорогу за свой счет. Сейчас администрация, используя различные административные воздействия на тех лиц, которые проводили данные работы, будет привлекать их, безусловно, к восстановлению дороги и тому благоустройству, которое было нарушено в ходе проведения несогласованных земляных работ. Поврежденная дорога в Мамонове является внутриквартальной с переходным типом покрытия асфальтобетонным гранулянтом, которое жителю предстоит восстановить в кратчайшие сроки. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».